Как сохранить документ PDF? И сегодня в данном видео мы непосредственно практически рассмотрим это действие. В данном видео я вам покажу, как сохранить документ в формате PDF. Для чего это нужно? Во-первых, формат PDF позволяет пользователям просматривать документ в разных операционных системах. Сохранить документ в предыдущих версиях Windows было сложно, так как требовались дополнительные программы типа PDF Conveyor. В версии Windows 2007 это сделать легко и просто. Мы открываем документ, который нам необходимо сохранить, нажимаем на кнопку «Файл», выбираем «Сохранить как», кликаем. Будем сохранять на рабочий стол, поэтому я рабочий стол здесь открыла в выпадающем окне. Имя файла у нас есть, тип файла. И здесь мы выбираем с вами «Сохранить в формате PDF». Кликаем, у нас появляется надпись «Текст в формате PDF». И нажимаем на кнопку «Сохранить». Все, наш текст, который у нас мы хотели сохранить, сохранен в формате PDF, и его можно использовать для презентаций. Все картинки в нем будут хорошо видны, и это очень удобно. Буквально за пару кликов вы можете Word-овский документ или любой другой документ, это презентация или фотографии, сохранить в формате PDF. Мы сейчас можем зайти на рабочий стол, выбрать документ свой, посмотреть, сохранился у нас в формате. Нажимаем «Свойства», открывается сведения об этом документе, и мы видим, что тип файла – документ, формат PDF, то, что нам и требовалось. Удачи вам! До встречи в следующих видео!